Мой влюбленный брат-идиот вас запутал. Начните сначала, друг. Недавно случай свел нас с очень опасной женщиной. Цзинлан, пиратка из дальних морей Востока. Интересно. Они с Вэнсом быстро стали неразлучны. Почему он думал, что ваши люди шпионы? Ну, дело в сокровище. Так. Пират продал нам карту. Мы ее поделили. Идем. Я как раз к нему. Не выдайте себя. И услышите все сами. Идите на расстоянии. Если спросят, скажите, что вы мой телохранитель. Есть воры, которые пойдут на все ради половины карты. День добрый, брат. Здравствуй, брат. Если тебя можно так назвать. А как еще называть? Может, чужак? Я уже не узнаю тебя. А если городские слухи правдивы, то ты хочешь от меня избавиться. Перестань, Артем. Неужто ты веришь слухам? На Саутесе местные языки готовы все превратить в мелодраму. А я пытаюсь избежать трагедии. Хорошо сказал. Нет уз крепче семейных, разве только деловые. И бог свидетель, нас связывают и те, и другие. Это правда, брат. Чистая правда. И дела идут горы. Уверен, ни один из нас не захочет нарушить это равновесие. Да, пожалуй. Скажи, ты ее принес? Ее? Мою половину карты? Карту? Ну, конечно, карту. Ведущую к сокровищам? К наследию? Ту самую. Моя тут. Где же твоя? Вэнс, думаю, мы должны бережно хранить сие сокровища. Наоборот. Карта — наша защита, а сокровище — свобода. Тем больше причин спрятать ее. Надежно. Неужто у тебя нет воображения? Ты не можешь представить роскошную жизнь, которая нас ждет. Я не думаю, что... Поместье и плантации Траверсов. Никакой контрабанды, заговоров, грузов и риска. Начнем же сейчас. Вэнс, а ты уверен, что все будет так безоблачно? В каком смысле? Ты на что намекаешь? Не намекаю, просто спрашиваю. Как считаешь? Им выйдет хозяйка дома. Штат слуг, мать выводка детишек. А почему нет? Ты сомневаешься в ее любви, здоровье? Конечно нет. Но ты и сам прекрасно должен знать. Она женщина рисковая. Ей нужно море, приключения. Спокойная жизнь не для нее. Оставь сын в покое. Вэнс, ты хочешь жениться на ней? Конечно. Мне жаль говорить это, но она вряд ли согласится. Да? И почем ты знаешь ее желание? Если даже не брать ее характер, по-моему, она не та, за кого себя выдает. Ты ревнуешь? Ревнуй? Нет. Да. Я просто беспокоюсь за тебя, брат. Ты всегда был любимым ребенком, золотым мальчиком. Ты злишься, что она отдала свое сердце мне, не взглянув на тебя. И ненавидишь ее. Отнюдь? Я лишь забочусь. Так знай вот что. Я на ней женюсь. Убью тебя, если надо, и заберу твою карту. И все увидят, кто из братьев главнее. Хорошего дня. Принес карту? Пока нет. Нет. Что я скажу ордену? Мы не сможем уехать без нее. Я все организую. Подожди. Подождать?
Ты слишком мягкотелый. Боюсь, ты это до конца не доведешь. Цветочек. Будет скоро. Я на нем прибыл. Скоро Астону придет конец. А как же будет дальше? Ты нанял кого-то? А в Библии Каин тоже кого-то нанял? Нет, он был мужчиной. Приходи, сказал он Авелю, и все сделал сам. Никто третий не подносил ему топор. У него свидетелей было меньше, чем у нас на Салу. Поверь мне, все решается. Прямо сейчас? Ничто его не спасет. Похоже, я спас вам жизнь, друг. Вэнс. Он сказал, что убьет меня. Я думал, блефует. Он же мой брат. Вы предупреждали, но я думал, что семья – это важно. Пока вы спасены. Но, пожалуй, лучше бы вам уехать подальше от нас, Сал.